Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала. Вы на канале «А жизнь идет своим чередом». Машенька, Машуня, Черняк. В данный момент мы находимся на фестивале керамики. Смотрите, как. Какая здесь красота, какое разнообразие, настолько все интересно, настолько все живописно, настолько это все в художественном вкусе выражено. Смотрите, а вот эта елка, я такую елку еще никогда в жизни не видела. Ну, она немного, конечно, насмешила, но привлекала внимание. А это вазы. Это вот такие вазы. Представляете? Такие мы... Не подарок вам хороший. Мужчина такой жизнь. Яркий, да, достаточно жизни, да? Это у меня малышка разобьет сразу. Собралось на фестивале очень много мастеров керамики. Какие работы, вы посмотрите, какие работы. Какой труд, какая красотища, какая фантазия. Это второе видео, это продолжение первого видео. А это второе, но это я не могу не показать, понимаете? Это настолько... Только все красиво. А здесь мы сейчас будем смотреть за процессом, как прям из глины делают сосуд. Как он правильно называется? Ну да, сосуд. Вот. Давайте посмотрим за этот процесс. Видите, какие мастера, умельцы. Прям на сцене показывали, как из глины, из куска глины. Это не весь, конечно, процесс изготовления сосуда, но частично я снимала. Вот, показывают на сцене, как из
куска глины получается вот такой сосуд. Как они его делают, все это на глазах, все это очень-очень много зрителей было. Вот мы сидим и смотрим, смотрим. Ну, все заснять это около часа, может больше они там это все делали. Видите, какая красотища у них прям на глазах вырастает, вырастает, становится овальная. Оказывается, два горшка они делали, и потом соединяют, друг на друга ставят. И сколько же живут, никогда этого не знала даже, что так не знала. Вот я вот такая. Такая. Вот такая. Хочешь взять? Возьми. Я вот такая. Маски. Вот такие маски здесь на столе. Очень прикольные. Рубрика «А покушать?» От Машеньки Машуни Черняк. А жизнь идет своим чередом. Так называется мой канал. Так вот, филе минтая, картошечка, терочка. И сейчас поехали готовить. Натерла картошку на терке. Поехали дальше. Так, беру пергамент. Вот я его обрезала. Вот пергамент. Вот, вот такой кусочек. Но если не еще прямоугольный. Нет, это у меня прямоугольный, есть квадратники. Ну, пусть будет прямоугольный, мы завернем и так. На пергамент налила масло. Вот маслице налила на пергамент. Вот сейчас размазывать. Вот так вот надо. Он одной рукой неудобно. И, ну, вы понимаете, это полностью надо весь смазать. Сейчас я буду. Вот 4 картошки делю на 4 части. Вот смотрите, вот нам вот столько хватит здесь. Здесь вот столечко хватит. Сейчас поперчу, посолю. Вот поперчила, посолила, какими хотите специями. Посолила. По желанию. Вот такой кусочек у нас филе. Сейчас я буду тоже его солить, перчить. Вот посолила, поперчила. Смотрите, чтобы не пересолить, да не переперчить. А то будет какое острое. Ну, это на любителя, конечно. Сверху рыбку закрываем опять картошечкой, опять солим, перчим. Вот здесь я уже по желанию, уже поменьше положила перчика. На печку я поставила 2 сковородки нагреваться. Ой, одну надо, я же только одну сделала. Сейчас. Вот я завернула вот так вот конвертиком свою рыбку с картошечкой. И сейчас еще буду пергаментом заворачивать. Пергамента еще много. Чем больше пергамента, тем лучше. А вот я придумала вот прямоугольный пергамент закрутить, вот наискосок класть. Видите? И тогда будет, не будет вытекать. Вот такая классненькая упаковочка у нас получилась. И на сковородку. И на сковородку. Под крышку. Сейчас сначала такой сильный огонь, а потом уменьшаем, оно будет тушиться. Так, в пергаменте в двух сковородках
у нас жарится, но я уже здесь уменьшила огонь, что оно должно не жариться, а тушиться. Это вкусно должно быть. Я надеюсь. Вот так уже перевернула на одной сковородке и на второй. На второй немножко. Но это не страшно. Чем больше перкамента, оно не подгорит. Я вам показывала, как я треугольником прям заворачивала. Ну вот на медленном огне, видите, даже ничего не вытекло. Потому что если будет плохо завернуто пергаментом, оно вытечет. Жидкость, которая внутри, сок прям. Еще не готово, а я уже нагоняю аппетит. А здесь вообще классно. И вот в итоге мы разрезали наши пласты пергамента. Видите, сковородочка чистенькая, все, ни соку, ничего, так закутали. У нас получилось такое вот великолепное блюдо. Сейчас я переложу все в тарелочку. Смотрите, какая красотища. Вкусно должно быть. Вот перевернули. Видите, какое целенькое получилось? Сковородка чистенькая. Вот, ни капли вообще жира нигде. Ни жира, ни сока. Поэтому вот я показывала, что вот нижнюю часть пергамента, куда вот будем выкладывать, обязательно нужно маслом смазывать. Растительным, ну, подсолнечным в основном мы смазываем. И вот оно быстренько-быстренько вот встает, когда переворачиваешь. Я не снимала, конечно, там безобразие такое было. Этого пергамента очень много. Ну вот видите, как хорошо перевернулось. Понятно, да? Будем кушать. Приятного аппетита! Вот чудо запеченное филе без духовки в картошечке. Картошка, пергамент и филе. И сковородка. Приятного аппетита! Ёлки Москвы! Вот такая красавица рядышком стоит торговым центром. Заканчивается мое видео. Подписывайтесь на канал. Канал называется «А жизнь идет своим чередом». Машенька Машуня Черняк. Всего хорошего! С вами Мария. Пока-пока!